Девочка ошпарила ногу в луже с кипятком, которая образовалась после коммунальной аварии. Решается вопрос о проведении операции ребенку. По данному факту Краевой следственный комитет начал проверку. Инцидент произошел в Барнауле в районе поселка Восточный. Из-за порыва теплотрассы образовалась лужа с горячей водой. 9-летний ребенок, сообщают соцсети, решил сфотографироваться с облаком пара, но провалился в кипяток. В настоящее время ребенок с термическим ожогом ноги доставлен в медицинское учреждение, где и оказывается медицинская помощь. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и свидетели происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Состояние девочки врачи оценивают как стабильно тяжелое. Площадь термического ожога 20% поверхности тела. Больше всего пострадала ступня левой ноги. Не исключено, что ребенку понадобится операция. По поручению главы Барнаула Сергея Дугина шефство над девочкой взяли социальные службы города. Они должны оказать помощь семье ребенка в его лечении и реабилитации. Извинения пострадавшей стороне принесла сибирская генерирующая компания. Она проводит служебное расследование, по итогам которого примут решение о дисциплинарной ответственности. Добавим, повреждения на теплотрассе ликвидированы, восстановительные работы завершены.